Всем привет, с вами Вульф, и сегодня я продолжаю проходить игру Assassin's Creed Rogue, или Изгой. В прошлой серии, как вы помните, мы хотели забрать артефакт из церкви, но, к сожалению, нас подставили ассасины, и поэтому там все обрушилось. И, естественно, погибли все люди, которые жили в том городе. И также мы предали ассасинов. Теперь, я так понимаю, мы играем за тамплиеров. И, ребят, не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал. В общем-то, играем 20 лет спустя. Шей, как вы можете посмотреть, постарел. Ему тут лет 45, наверное, 46, не знаю. Ну, где-то так, короче говоря. Итак, давайте отправимся искать преступников. Все воспоминания после того, как он упал вниз, стерлись. К сожалению. Но пока будем восстанавливать воспоминания. Я не хочу спойлерить, но я видел то, что мы будем играть за тамплиера. Как оказалось, вначале мы играли не за тамплиера, но так понимаю, что сейчас мы будем все-таки за него играть в этой серии, мне так кажется. Что-то я преступников не вижу. Вот они. Vous l'avez trouvé? Ouais, Benjamin Franklin est à Notre-Dame. Si on se magne, on devrait le rattraper. Arrêtez de vous branler. Allons-y. Benjamin Franklin. That's who she is. Убейте преступников. У нас только клинки двойные, больше ничего нету. Eliminate the threat. Protect Franklin. Так, спасите Бенджамина Франклина и убейте преступников. Попробую. Черт, ну лезь! Лезь! Не зли меня, Шей. Ну, пожалуйста, ну хватит вот это консольное говноуправление. Ай, как оно меня бесит, ребят. Ужасно просто бесит. Они уже ушли. Куда ж ты лезешь-то, кусок ты дерьма? Так, идите сюда, ребята. Они что, разделились, что ли? Прощай. Осталось трое. Так, стоп. А, ну да. Нет, их двое осталось, а было четверо, по-моему, всего. Иди следующего убивай. 18 секунд еще есть. Все, готово. Еще преступники, что ли? Бенджамина Франклина надо спасти, черт возьми. Shit! What happened? That's all the data we have. We can't explore this memory further. For now. Shay couldn't have died, then appeared in France 20 years later. We're missing something. Shay's memories are scattered in chunks throughout the cloud. The servers are messed up from the virus, so we can't access all of Shay's life at once. Встретитесь с Отцо Бергом в его офисе. Шей Кормак is an assassin, but he is unlike the ones you have used for your entertainment products in the past. I believe Шей may be the most important assassin who ever lived. Your research will help me achieve something I have wanted for a very long time. Shay's story may have something to offer you as well. Чуть мне кажется, то, что когда мы играем уже за в реальном времени, немножко похоже на Deus Ex. Вот это все место. Вот это вот абстерку, мне так кажется, ребят, на самом деле. Не знаю, может, мне только так одному кажется. И вот этот вот интерфейс тоже похож на Deus Ex-овский интерфейс. Остановите сервер в вестибюле. Давай, прощай, я пойду уже восстанавливать сервер. Ну, что ты хочешь от меня? Я иду уже, это ты мне начинаешь доставать. Итак, это аж первый холл.
Не терпится уже поиграть снова за Шея 20 лет спустя. И что мне делать? Great. Now you can get into the server room. Once you restore the servers, I'll load the next set of Shay's memories to your Animus. Угу. Давай. And you're in. Так, ну попробуем снова. Так, выбор кольца. Готово. Чуть-чуть потруднее было взломать это ядро, но все равно легко было взломать это ядрышко. Who are you? Don't you touch her. Смотрите, пасхалочка Far Cry 3. Новый рекрут Видика. Элина, calm down, Mr. Berg. I promise you I won't hurt your daughter. Who are you? My name is Warren Vidic. I work for Abstergo Industries. You quit the Utiyaga Regiment and became a freelance mercenary in order to afford... All points ready. Блин, я не хочу это слушать. Great job, Numskull. Data we have is pretty raw, but it's enough to move forward. Get back up here, double time. Я случайно просто нажал на Ctrl, думал просто остановить запись, а я ее начал проигрывать снова, поэтому не хочу это по новой слушать. Да и думаю, вам не интересно. Так, этаж второй, разработка Helix. Мы уже скоро будем играть за Ассасина Шея 20 лет спустя. Все, пойдем. В Ананамус свой сядем. И будем играть за Ассасина. Так, где там наш Ананамус? Вот он. Так, вот, воспоминания восстановились, ребят, смотрите-ка. Что-то нас кто-то обыскивает, что ли? Ассасин, что ли, обыскивает? Ничего не понимаю. Гроб какой-то положили. А, это, наверное, тамплиер нас ведут, да? Хватит лапать меня своими грязными клешнями, ублюдки. If I said that was the craziest shit I'd ever seen, would that be the most obvious statement ever? Shay has been through a severely traumatic experience. Okay. Second most obvious statement ever. Continue exploring his memories. The best is yet to come. Нью-Йорк, ты июнь 1756 года, часть третья. Good to see you're feeling better. Thank you. Mr. Finnegan, was it? Sweet Mother Mary. Have we taken in the village idiot? Barry! Remember, Shay, I'm Cassidy, and this is... Barry! You've been ill for weeks. I hate to have been a burden. See? He's a civilized fella. Aye, for a clumsy deckhand. Probably fell off his ship half drunk. Barry! He's right. What do y'all want? What's going on?
Что там такое? Лучше, может, не будешь открывать дверь там? Закрой. Выясните причину шума. Может, лучше уйдем? Шей, пожалуйста, давай уйдем. Пока есть время. Пока не поздно еще. Shut up, woman. Leave her alone. Now what are you going on about? Stay out of this, you fool. Well, I was going to, but now you've made things worse. Убейте нарушителей. Time to fight. Ну что, ребятки? Вам пришел конец. Жалко, у меня нет клинков, чтобы вас убить. Готово. And don't come back. Thank you, Shay. In my younger days, I could have taken them one-handed. Why were these men bothering you? Ah, the usual. They feel they're owed money because they're not Harmon citizens. Mark my words, those gangs are going to be the downfall of this city. Wait here, I have something for you. It won't do you any good walking around Starkers. Here, try these on. They were our sons. I suppose if you're looking for trouble, you'll be needing these. Ну, спасибо, дорогие друзья. Я могу прям вас называть мамой с папой. Ладно, пойдем оденем одежду, примерим и пойдем уже отсюда. Don't you look a right gentleman? Cass. Did I have a book with me? Just those peculiar weapons. Thank you both. If you'll excuse me. Ну погодите, тут он постарел уже, да? Скорее всего, может его забрали. Я видел, что тебя там куда-то несли. Возможно, манускрипт тоже забрали. Сейчас посмотрим. Сейчас узнаем, что там случилось с этим манускриптиком. Поймайте убегающего бандита. Избегайте оглушения дымом. Ты что, меня будешь дымом оглушать? Иди сюда, чувак, иди сюда. Да не его, дебил, ты косой! Ну лезь! Мудила! Просто ты мудиль какой-то, Шей! Ты сейчас будешь стариков, что ли, валить? Я не понимаю. Стой. Ну прыгай ты! Боже мой. Ты будешь его ловить! Почему ты просто не можешь поймать... боже мой. Готово. What have you and your friends got against the Finnegans? I got no gripe. My boss sent me over. And where is he set up? You can't miss it. There's always black smoke rising from the courtyard of that building. Новая задача — захватить логово бандитов. А вас случайно не ассасины позвали? Главарь бандитов. Главари бандитов предпочитают прятаться и устраивать засады, однако вы можете противостоять их атакам. Прислушайтесь к шепоту, чтобы узнать о присутствии капитана неподалеку. Используйте орлиное зрение, чтобы найти его при помощи компаса опасностей. Компас заполнится, когда вы приблизитесь к вашей цели. А, компас, окей. Что-то у меня сегодня клавиатура как-то ни хрена не двигается. Поэтому иногда неудобно играть, блин. Я ее все время двигаю. Сорвите флаг банда, еще нужно сделать. Встаньте инкого где-то. Так ты мразь.
Готов. Так, вон главарь бандитов, да? Да перезаряжай быстрее, господи. Блин. Сейчас меня убьют еще. Да почему ты дым-то не... Эй, боже мой. Почему ты не мог дым-то кинуть сразу? Вот это управление меня раздражает. Просто не могу. Так, берем сразу дым, ребят. Нет, сразу эти дротики усыпляющие. Это я в курсе. По 100 раз-то не надо писать мне, господи. Вас заметил? Каким образом? Ну иди, иди сюда, чувак. Где ты там? Все, он спит. Почему это ты не спишь? Да как ты не спишь-то, чувак? Стой. Почему тебя усыпить-то нельзя? Стой, тварь. Не бесите меня, ребят. Иди полетай, чел. Давай, иди сюда, чувак. Надоел мне. Все, срываем фланг банды. И валим отсюда. Не могу, не могу сорвать. К сожалению, надо хпшки установить. Так, вот эти дротики пригодятся. Так, чтобы ты не стрелял меня из пистолета, получи дротик с ядом. Ну что ж вы других-то не убивайте своих ребят. Давайте, убивайте друг друга. Надоели уже. Все, они убивают друг друга, молодцы. Так, ты тоже кого-нибудь иди поубивай. Все, можно перехватывать. Спокойно теперь. Перехватили точку, замечательно. Да-да-да, сжигай, чтобы больше они этот флаг не вешали. Так, ну это замечательно, конечно, все, но нам надо на задание какое-нибудь идти. А зачем нам карту-то открыли? Чтобы, типа, эти показывать, как его называют, другие эти банды бандитов? Be at ease, Master Cormac. We are friends. The Finnegans were worried you might take matters into your own hands. Кто ты такой? Colonel George Monroe. Colonel. I came to help, but I see I am late. Thank you for dealing with these foul criminals. They were a blight on New York. What do you care? You redcoats are nothing but landlords. The townsfolk here are grinding away, trying to make a living. I cannot blame you for having that impression. Some of my comrades have been less than helpful. But I take a different approach. And what is that? I care. Слушай, не доверяй ему. I want to see these colonists safe and prosperous. Noble words. Perhaps actions will convince you otherwise, Master Cormac.
Не нравится мне этот чел. Следующий за Джорджем Монро. Заберите украденное. 100 фунтов в банке, так много. You said you were a friend of the Finnegans. Their late son worked for me. You are much like him. How so? He cared. And he wanted to do good by the people. We shared a dream, he and I. That of making the world a better place. Ну не толкай ты его, господи. Что ты делаешь? Full bellies, warm clothing. Freedom from want is the greatest freedom of all. It almost sounds like you have goodwill towards the people you govern. I do not govern. Да, мне кажется, что ему пофиг на тех людей, которыми он управляет. Потому что он их отребьем называет. Urban renewal is a new science, but one that has already proven effective on the continent. I've arranged for resources. Use them. А, то есть я могу отстроить здание, да? Улучшение обновления – главный источник доходов, но сначала вам нужно приобрести необходимые ресурсы для их совершения. О, как в Assassin's Creed 2, круто. Ну-ка. Обновить постройку, да, конечно. Хорошо. Теперь у нас 400 фунтов. Цвет справедливости. Так, продолжаем. Естественно, ребят. Ну что ж, на этом я закончу. Надеюсь, вам серия понравилась. Но если понравилось, то можете отблагодарить меня лайком, ну а также подписаться на мой канал, если еще этого не сделали. Все, ребят, всем желаю удачи и всем пока.